Доброе утро, страна! Всем всего хорошего! Пеший путешественник Андрей Шарашкин прибыл в областной центр. На такой нелегкий путь он решился из-за интереса к истории, достопримечательностям и природе. В ходе странствия по стране Андрей выставляет в соцсети фото и видео, делится впечатлениями. За его путешествием следят около 7000 человек. Подписчики оказывают помощь с питанием, деньгами и ночлегом. К задуманному Андрей приступил в 2018 году. В ЕО турист находится примерно неделю, однако, как признался Андрей Шарашкин, путешествовать в условиях самоизоляции сложно. Места общепита и гостиницы закрыты. В Биробиджане с ночлегом помогла одна из подписчиц его блога. В день путник проходит 25-30 километров, иногда больше. Полицейские его почти не останавливают. Первый раз меня в Липецкой области еще проверили, когда я там начинал. Потом в Акуле проверяли, потом в Дагестане на блокпостах. Да и все, в принципе. Мне идут и содействие оказывали полицейские. Я же и сам принял приказ, понимаю. Стартовал Андрей Шарашкин в Москве. Конечной точкой станет Тюмень, город, где мужчина и проживает. Само путешествие рассчитано на 5 лет. Мужчина пока идет 80 дней. После посещения Биробиджана путешественник отправится дальше, в Хабаровск. Алена Шот, Новости 21.